representing Serbia, Marina Seeh. Сербская фигуристка Мария Сеех, но это совсем новое имя в мировом фигурном катании, в отличие от Сабины Пакер, у нее даже во всезнающей статистике в справочниках Международного союза конькобежцев отсутствует как класс такой показатель, как лучший результат, как личный рекорд. Никто ее не знает, почти никто ее не видел, и сейчас у нас появляется возможность познакомиться с этой балканской фигуристкой. Адажо Тамаза Альбинони. При всех ошибках на приземлении сербской фигуристки, я все-таки склонен считать, что мы сейчас видели выступление нового лидера соревнований. Вот болельщики, судя по всему, все-таки из Швеции поддерживают и эту спортсменку, представляющую сербский город Субботин. Так же, как и большинство предыдущих фигуристок, она является студенткой. В качестве своих любимых занятий, за исключением фигурного катания, указывает, естественно, путешествия, чтение книг, танцы и рисование. Ну, что еще может интересовать молоденькую, привлекательную девушку, кроме как путешествовать и танцевать? Ну, разумеется, конечно, на первом месте стоит фигурное катание, и вполне возможно, сейчас мы видели выступление первого номера сборной Сербии на следующие многие годы. Смотрим за двойным акселем. Приземление, конечно, вышло не слишком чистым. Не сумела выехать эта спортсменка. Расстроила Людмилу Младенову, наставника своего. Но, тем не менее, опять-таки, повторюсь еще раз, это пока только первая разминка. Здесь не идет борьба за медали и фактически не идет борьба даже за попадание в произвольную программу. Каскад, прямо скажем, не получился, хотя старалась отчаянно Марина Зеех. Может быть, за компоненты оценки будут поставлены несколько выше, чем предыдущим спортсменкам, и она сумеет подняться
на первую строчку. Во всяком случае, уже очень хочется, чтобы хоть кто-то получил оценку выше 30. Пока таких мы с вами не усмотрели. Во всяком случае, вращение этой спортсменки уже тянут на хоть какой-нибудь уровень. Беатрис Розенскайте по-прежнему возглавляет таблицу. 29,60 балла. Далее Сабина Пакер из Румынии. 29,38. 29,04 Жанна Пугача из Латвии. И гречанка Мария Попсатирио. 23,02 балла. Если можно так выразиться, уверенно замыкает турнирную таблицу. Оценки сербской фигуристки. 29,32. Нет, все-таки она не сумела набрать те самые 30 баллов, о которых мы столько тут рассуждаем, и уступила не только Розенскайте, но еще и Сабине Пакер. Вот как бывает от первого до третьего места.